Привет, ребята, с вами Ультра Стазур Лейн, и сегодняшнее мое видео является обзор патча от 28 марта для англоязычных серверов. Начинается, как я понимаю, небольшой, но все же, ну давайте скажем, среднего размера ивент From Zero to Hero. Пройдет он до 11 апреля. Там будет карта, как я понимаю, небольшая. И вы будете получать адвенчурный XP, то есть опыт приключенца, и королевские монеты. И какую-то большую награду можно будет получить в гильдии приключенцев. Это какой-то, как я понимаю, мини-ивент, в котором можно будет получить лимитированный RPG Adventure интерфейс в качестве трофея. И также в этом ивенте можно будет вытащить за аккумуляцию ивентовых очков британский тяжелый крейсер Devonshire. Очень красивая, очень крутая горничная. Мне очень нравится. В гачу добавят до 11 апреля несколько персонажей. Почему я сказал, что ивент среднего размера? Потому что персонажей мало. Только три. Фридрих Карл. Тяжелый немецкий крейсер. Очень красивая, очень рогатая, очень классная. Да, получается, у нас появилась еще одна Фрида. Как я понимаю, она будет золотой редкости. И ее вводят за место того неназываемого линкора, или что он там был, линкора, да, которого хотели ввести, но не введут. Эсминец Нубиан и легкий крейсер Ливерпуль фиолетовой редкости. Devonshire, как я и говорил, достается с ивентовых активностей, с ивент за накопление. Вводят новые скины на Devonshire, садистик демон лейтвадешный, Архангельск, динамический, Фридрих Карл, Нубиан, Ливерпуль, Юникорн, Блюхер и Джейд. И я не уверен, разработчики некоторые скины могут не успеть заносить, поэтому если они не попали, то что называется, извините. Новые вещи, которые можно будет купить в шопе, там декор, токены, паки всякие, гентив, чип, паки и всякое такое. Ну, а фурнитура в дорме, ну, сет получается в дорме. Соркер Magic Cabin. Новый гирбокс, в Джистаграме будут новые активности. В следующем месяце можно будет получить из месячного логина Shield Generation. И вот эту вот торпеду ее можно будет купить в кор-шопе. Все скины, соответственно, персонажи будут с озвучками, что не может не радовать. Все старые активности подошли к концу, и у нас Battle Pass начинается с апреля. Входит в Battle Pass, который пройдет, как обычно, 2 месяца до июня. Можно будет получить за бесплатную часть вампир мету и ультраредкую булинку. А за платную часть можно будет купить... приобрести, получить скин на Инадзуму. Выглядит красиво. Вот такие новости, вот такие пироги. Активность прикольная, Фридрих Карл выглядит просто восхитительно. А поэтому стрим в 6 часов вечера сегодня будет. Также по новым девчонкам постараюсь сделать видео, чтобы вкратце рассказать, что они себе представляют. А сегодня, так сказать, не пропустите. Всего хорошего, удачи, до скорой встречи. Напоминаю, у нас есть Дискорд, который можно будет классно, приятно, замечательно общаться. Увидимся, пока-пока.